А что там за красный вообще опасный? Поляк, китаец. А, ну вообще игр много. Я первый глянул, у него 4800 было игр. Остальных не все глянуть. Так, а, блин, Ну тут это... надо дельту захватывать, саны. Дельту? Да нет, Джокер. Да. Джокер правильно говорит, дельту надо брать. Но это не с командой, Джокер, с рандомами можешь захватить. Так, у меня просто нет, например, пехоты, которые это высадить. А мы в прошлый раз с командой играли, с командой. Нет, мы играли с рандомами, Джокер. Нет, мы играли с командой. И в нашей команде были рандомы, а не была команда. У нас были половина рандомы, да. Дельту реально захватить. Да. Ее очень реально спать, на самом деле. Ну, у меня лично, как у американца, нету пехоты на десант, десанты нормально. Лайт Райфлмен-то высажу, они там сдохнут все. Кого нет у тебя? Лайт Райфлмена, что ли? Мне только Лайт Райфлмена. Тут реально дельту надо брать. Да, если дельту здесь уберешь, то все с самбо. И гольф не прибыль. Даже не надо трогать, а вот... Ладно, ребят, я могу вам послать по вертолету, пехоты туда мне нечего слать. Значит, ну я за дефли фокстрот тогда давайте. Ну ладно, я на Джули, ты на эхо пойду. В смысле, ты хотел же дельту брать? Ну дельту его пускай ребята берут или нет. У кого есть нормальный десантура? Втроем надо брать дельту. Втроем идите сюда, да. Ну я вам отрежу еще кус егерей парочку. Есть авиаприкрытие давайте сделаем. По машинкам, что у нас? Ты машинку Джокера оставляешь, да? Нет? Я механизм. Я на Джули посылаю. Я на хотель. Давайте я здесь оставлю на базе. А у тебя что, Митсубиси? Хорошо, тогда я на Фокстрот пошлю свой, да. Так. Так, получается, мы втроём кто идёт? Я... Ну там один десантник у них, да, был или нет? А, у них это... Я вам туда кус егерей могу подкинуть немножко. Рац, удержи Фокстер. А гольф кто будет дать? Танков вот. Лучше дать. Джокер лучше дай то. Танков. Какие танки? Танки пока дает, долго пройдет. Да гольф вообще не надо брать, нужно брать дейт. Гольф не надо брать, туда вообще не надо никого посылать. Да. Пока, здесь пока, поставить, по карте, как в прошлый раз, свои войска не разбрасывай. Одно направление берешь и идешь по нему. Ну если там где-то дыра будет, то я всегда туда... Туда пошлю пару пехотинцев, видите, внизу стоят сам хамики, там, эвенджеры, я туда пошлю налево. А кто там у тебя сидит? Ратус! А самолет что у тебя здесь вертолетик делает, командный? На самолет он полетит на Фокстрот. А ближе нельзя его нигде посадить? Не, на Фокстрот ты так не... просишь. Мне кажется, на Фокстрот... На самолеты здесь будут? Сами. На самолеты будут? Нет, не будет. Да. От меня будет. И будет даже антирадар наконец. Ну это лишнее. Ну, уж нет. Ну, в принципе, да, но дельта. Хотя, они на... Чё у них? Тут какие-то там странные. Не знаю. Ой, эска, эска, эска. Встречай. Капса второй, это плохо. Ой-ой-ой, рад, что там есть. Просто у тебя мега залёт. Все, охи перевожу. Смотри, они сейчас просто потеряются. Так, ПВО нет никакого. Блять, мои заблудили. Выгружайте на дельте, куда ты полетел, да, да, да. Дед?
Да, блядь, случайно я тебе помогал, если... У него там акула, тем более, еще. Так, если есть кого-нибудь дешевой пехоты, занимайте этот город через их. Сосы вот. Там пускай отработают. Нет. Просто за девятку все покарали. Я не так. Команде петунгут. Давай сосами. Прыгай вперед, там получится прыгать. Так, машинку я выбомбил. Все, да, потеряли. Раз там нормально держишься и все. Ну тяжко очень, но я держусь, буду держаться. Все, минус К-52. Может, здесь приехали М-113 на мою точку, так что это за контроллер. Тунгуску бейте. Ну, она отключается. Все, давайте, давайте, вперед. Air Force за контролем, 113-й, Air Force. Все, мне Абрамсы подошли. Туда пехоту надо дешевую какую-то. У меня просто нет дешевой пехоты, реально. Вот Тунгуска, ну, конечно. Ну, там, понятно. Там Тунгуска, если я подниму, то это ему посредственно. Ну, Абрамсы, тогда выпили ее. Там БМПшки трясли. Ну и хейтил лоу-боу тоже. Нет, он отводит. Взлетишь, да сожжешь. Этими как бы отгоняй их обратно. Мне пехота подъезжает. Сейчас нормально все займем. Ми-28. Кстати, Ми-28. Сейчас мы его грохнем, не переживай. Там и Тунгуска, кстати, где-то ездил. Так, все в зоне. Пошли ракеты. Yes. Так, у меня пехота подъехала, ну, нормально. Надо бы вот этот, наверное, занять. А, лонгбоу? А, ну ладно. Я еще пока лонгбоу не буду поднимать, потому что не уверен, что... А, машинку можно ехать нам уже покупать, наверное, только. Так, какой-то бомбер, блядь, красный. Так, нужен сюда Патриот куда-нибудь в этот район. Купил. Так, и машинку на эхо давайте я куплю, у меня дешевые, они есть. Скоро будет. Здесь 30 очков.
командное отделение. Все. Так, все, я купил. Так, самое сложное сейчас, когда начнутся буратины и прочие дерьмища. Когда мне помогите здесь, ребят. Сейчас. Что там, тебя выдавливают, что ли? Ну ладно, развивайте на свое направление, у меня есть сам. Ну давай, у нас тут все в принципе хорошо. Ладно. БДВ, вот ВДВ 90. Что там нормально у нас? Парашютисты подтянулись, у меня еще кто-то подтягивает в местах. Укрепляемся, машинка прилетела, машинку покупаю на дельте. Как мне лонгбот стреляет, тебе помогает немножко? Оо. Это что вообще за бомбы такие, неконвенционные. Брэдли приехали, держит. Давай, отводи в город Райфман. Я больше хотел в городе их больше. Так, Радс Петрик, может даже уже сюда куда-нибудь. Их ПВО есть? Чё-чё? ПВО у них нормальный. Аэрофорс, у тебя сжигают подъезжающих, Браулером то полетел, держит. Все нормально. Ну, потом мы знаем, что у них без резерва. Радж, я маленький самолетик вижу, где на пол. Так, с буратин накрываю. Или что это такое вообще, не пойму. А что за... Че, у меня маленькие самолетики отстрелялись. Нормально стрельнули или нет? Ратус, пш-пш. Я вообще не заметил. Ну не знаю, фугас 10 или там. Ой, опять, короче. Блин, сбили маленький самолет.
О, почему у нас плюс 4? А, это точку они не смогли делать. Форт, ну черт, сливаешь самолет, там сидит какой-то зеркашник, блядь. Так я его поздно заметил. Ты же не говоришь, что у тебя здесь есть. Сам ниоткуда не совсем знаю, чего они успели завести. У них горностранки там, что ли? Бля, они сейчас город будут с другой стороны, наверное, штурмовать. Патраксус, вот сюда надо. Да, Ратус, ты просто пехотный, маринцов в атаку пошли, у меня же два огром стоят. Чтобы их расстрелял на вертушку? Да оно уже сейчас кончится. Там всего посмотрите. Пацаны атакуют. Да, там у них пацаны, пш-пш, нужна помощь. А, тут. О, есть. У них тут должно быть. Ну это след. ЗСУ. Пошли Абрамс убить вот этого херню сбоку. Да я посылаю так. А это? Это Маринцов закидывает. Ой, пацаны, все очень плохо. Да, нас обошли. Мы здесь хорошо прошли, надо эхо теперь зачищать. Какое эхо защищать? Дельту надо защищать. Амоса несли, Джокер. Так, он больше не видит их. Не все видит. Это 90. Т-90, кстати, у них заехал. Даже 2.90. За 9 нечем, да? Бить. Чё?
Кстати, я их на гольфе немножко напрягаю еще. Так, я кольцо зачистил. Выключи, Джокер, выключи командиру все оружие. Выключи командиру все оружие и подскачи немножко по зданию будет. Не хотя прыгни. Значит, как-то опасно. Опасно. О, а я реакса знаю. Мы у него недавно соснули пару раз. Что? Где Джокер, там победа. О, у него пару раз соснул, у него тут нет еще игр, если там пойдет, я у него недавно проиграл. Ну что, нормально поиграть? Напишите из геи. Чего он ненавидит? Мы отдавали Rush или друг? Симметрично играли абсолютно, кстати. Они рашили мою точку, вы рашили там их. А они, знаешь, что, в чем проблема-то? Они раньше всегда рашили от Фобстера. Вот, и его там потом в конце концов пофиксили. Что он не так стал легко. Но он стал меньше размером, по-моему, но не суть важно, да. Вот, а Дельту там перенесли от одних домиков до других, короче. Там раньше был просто средств, выезжаешь сразу эти дома, и там Сталинград выяснился. Так, ну чё, я, наверное, на сегодня всё хватит. Ну да, хватит, я что-то уже хотел. Я ещё в прошлый раз хотел закончить, но чё-то... Ладно, чё, да. Всем спасибо. Всем пока.